Всем здравствуйте, старик гиперборейский снова с вами, а также вместе с нами Инга Йорн, Балдургейт, и сейчас она вам прям поведает, что мы тут делаем. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. А что это мы тут делаем? А где это мы? Дело в том, что мы с вами расстались с предыдущей серией в таверне. Как она там, не последний свет, а таверна, где... который заведовал сыночек Торма, который лопнул от перепоя. Но главное, что в этой таверне мы нашли дневник, который просил у нас некромант. Некий некромант просил дневник. И теперь мы этот дневник ему несем. Все понятно? Все понятно. Все понятно. А что это у меня мой змей ниже, чем... Шудухарточка. Как это тогда... ниже? Вот так. Ну как он может быть ниже? Ну вот на картинке. Шудухарточка на первом месте, а потом только змей. Подожди, ты ее пристегнул? Так ты нажми не на Шудухарточку, а на змея, чтобы ходить с змеем. Ну он-то почему-то внизу, а не выше, чем Шудуха. Обычно-то он же верхний самый. Господи, ну возьми и поменяй местами. А, ты имеешь в виду карточки? Я думала по росту. Она не меняет. Меняет. Как я смотри, я взяла вилла, оттащила и поставила его наверх. Я взяла опять свою, поставила ее наверх. Не встает. А ну. А, вот все. Если шедухарточку потянуть, она тогда змеем не получается. Yes. Все, короче, ладно. Все, давайте, идемте, куда нам идти? Идемте, показывайте, идемте. Дорогу, показывайте дорогу, веди вот, меня, Дремар. Вот он уже тут этот, ходит некромант, но вы идите сами с ним, разговаривайте. Суть в чем, вы... он поймал... А, вот он такой. Да, да, он поймал эту самую Медлин. Медлин уже мертва, но он хочет ее, как говорится, мучить и после смерти. Почему? Потому что это Медлин предала своих товарищей. Короче, она стучала, она писала дневник, и в этом дневнике там, а вот такой-то, такой-то, пошел туда-то, туда-то. Потом их всех поймали, юстициары, подвергли пыткам там страшным, и в конце концов убили, замучив. Вот. И этот некромант хочет, типа, восстановить справедливость, и, короче, чтобы она раскаялась, там, мучилась и так далее, чтобы наказать, короче, ее за предательство. Да, понял, понял. Все, ворона и... что-то тут бухтит, что-то ворона тут. Ну, там все, там и ворона, и все остальное. Нюхают. Тот, который был. Воздух дрожит от напряжения. Конторская книга у тебя. Так, сначала расскажи, зачем тебе это нужно. Чтобы наказать убийцу, если тебе это недостаточно, ступай своей дорогой. Нет времени на тех, кому не хватает устремленности, что ли, или чего-то там еще. Да-да. Так, вот держи, откуда ты знаешь, что книга у меня? Ворон всегда знает. Тогда все, больше ничего не остается, как отдать. Держи. У нас все есть, ее ложь, ее вина. Медлин донесла на друзей темному офицеру и сбежала, когда их убивали. Медлин рапортит ее друзей к темному юстисию и флед, когда они были бутчерены. Well, she flees no more. Ну, больше ей не сбежать. Я стану вместилищем для духа Медлин, я заставлю ее предстать перед судом. А ты будешь судьей. Заставь ее умолять о пощаде, заставь ее страдать. Так, что-то мне как-то... Думаю, мне будет проще тебя прикончить. Хочу убедиться, что она получит по справедливости. Для предателей не бывает справедливости, только боль. Все? Блин, ну еще ладно. Не все. Witness. Дайте слово. Что-то он говорит witness, он говорит свидетель. Написано, ну да, перевод такой. Он стал Медлин. Ты сказал, что я буду наказан, и ты будешь судьей. Но я не хотела им зла. Так. Может, расскажешь, а что тут произошло?
Я сказал, что это ничего не значит, что Бен Марк просто ноет по пьяни. Темный СССР пообещал, что просто поговорит с ними. Она пообещала. Что именно Темный СССР сделал с твоими друзьями? Она дала им по кинжалу и велела прижать к животу. На счет три они должны были начать колоть себя и остановиться, пока она не скажет «довольно». Но она так и не сказала «довольно», что я что угодно подумал, что этого не было. Что угодно. Убеждение. Ну, у меня хорошее убеждение. Так, что угодно, тогда покалечь себя, как это сделали Бен и Марк, режь себя ножом. Жалкое зрелище, ты убил своих друзей, но ты трусиха. Так, тебе ничего не нужно делать. Это не твоя вина, я говорю это искренне. Блин. Ну она же как бы это сдала все-таки, значит, вина-то есть. Ну так ежу понятно, но тут как бы. Так, хочешь что-то? Да, кали, короче, себя тоже. Так, добавлю бонус, чтоб ты получше себя колола. О да. Тут от тебя выпало. Like this. Так это мы и некроманта заодно прикончим. Начинай колоть, не останавливайся, пока я не скажу довольно. А Шедухарт одобряет, ух ты. О, прости меня. Садюга у тебя твоя, Шедухарт. А, прости меня. Убеждение. Продолжай. Уже 16 без бонуса. Прости меня. Ну и некроманта заодно прикончил. Бедный некромант. Так, а ты жестокая тварь, что ты со мной сделал? Что, ты же просил ее наказать? Наказать ее, не убивать это тело. Ты отправишься со мной во тьму забвения, лживое насекомое. А у него здоровечко должно поменьше же быть. Ну да. Так, тот, который творит ужас. Да, здоровечко у него поменьше немножко. А, он вылечился. Так, ну чё, лупим гадёныша. Так, сейчас его... Я посмотрю, чего он не любит. Так, аура, маура. Он так. Даёт ауру время... Время времени. Что это за аура? Это находящийся помеха. Поближе Шадаркай накладывает помеху на испытание этого существа. Шадаркай – это он. Так, короче, при бросках его бить надо, а не бросаться. Ну, давай, Духард свой, лупи его. Так. Там еще ворона, между прочим. Так, сейчас вот это что такое? Божественный удар. И ядом еще его нахерачит. Ну да, ему капец. Ну что, кто ходит-то, блин? Ну как кто ходит? Этот ходит. Уилли бой ходит. Так, все, Уилли бой. Теперь ходит ворона. Промазала. Это на бабу твою бить пошла. Сейчас отомщу. Выщипы перья.
Вот это вы птичку прибили. Вот это вы прибили птичку. Что у нее там? Ничего. Как этот Шадаркай. Смотри, как он прямо к своей жертве в круг попадал. Так, у него там письмецо лежит. Ну, возвращайся теперь немедленно. Кинжал какой-то херовенький. Так, херовенькая бронька. Тяжелая, а не, легкая. Так, ну-ка, дай-ка прочитаем. Тот, который был, что гнет твой разум. Приказ королевы был ясен. Полное отступление в царство теней. И как можно быстрее. Тебе ведь известна судьба шепота любовницы. После недели во тьме она позабыла имя свое. Эти земли богаты памятью и трагедией, но наш разум уязвим для проклятия. Шепот любовницы сегодня утром удушила собственного ворона. Своего ворона. Королева пришла в ярость, потеряв дитя свое, и поразила шепот рукою своей. И была в своем праве. Возвращайся немедленно, иначе мне придется доложить о твоем дезертирстве. Твоею волею. Что за херня, не знаю. Взять все, короче. Ну, это записка от его, этой самой, начальницы. Ну, понятно, что от начальницы, но чего она прицепилась-то к бедному некроманту? Борис, если я в тебя швырну вороной, как оно будет? Чего это вдруг заигрывать начала? Ладно, я ее сюда сложила. Ты, кстати, можешь поговорить с этой самой, с Медлин, наверное. Видишь, она так мерцает, это разговор с мертвыми, значит, возможен. Ну, хотя она, в принципе, все сказала. Труп не шевелится. Не может больше отвечать. А, ну ясно, короче. А этот? А ты его прибил. Тебе надо маску тогда сменить. Он не будет с тобой разговаривать. Ну, тогда и не буду я с ним разговаривать. Еще чего маску я буду менять? Опять меня в какую-то бабу там превратят. Пошли отсюда. Пошли. Так, давай сейчас я посмотрю на карту. Здесь, в принципе, делать больше нечего. Мы с тобой, знаешь, куда идем? Рейтвин. Вот туда вот мы идем. Рейт. Тут, туда прям нужно предпоследний, это... да. Портануться. Так, и нам с вами надо, знаете, куда? В морг. Морг? Да, морг. А мы здесь же вроде были, что-то да, знакомые какие-то места, блин. Да. Блин. Просто надо пройти дальше немножко. Таможня. А, это таможня здесь. Да. Вот. Так, я героически победил всех, пока некоторые ничего не делали. Ты победил язычком. От этого болтал всех до смерти. Так, да, правильно я иду. Теперь мимо этого мавзолея. Так, там кто-то что-то делает. Да, тут кто-то есть. Истка, или мы тут всех победили, я уже не помню. Ой, что это? Моргает что-то, да? Да. Сейчас. Подожди, где мы тут? Мы тут. Да, и нам... Сейчас, подожди, чтобы правильно-то... Так. А, это мой пушок. Сюда. Пушок, это мы с этим там мальчиком-то разбирались. Я понял. Да, я все понял. Сейчас, подожди, я посмотрю. Уже куда-то ломануло. Да. Нам сюда. А чем мы сюда идем-то? По какой причине? Во-первых, смотри, мы опять же, когда были в таверне, нашли рецепт трупного яда, как его, алхимические запасы пивовара. Вот у нас, если на карту посмотришь, у нас такой значочек с вопросительным знаком. Вот туда нам и надо. Надо забрать эти запасы алхимические, вот, чтобы сделать какой-то супер-пупер яд, который травит прямо всех. Всех и вся.
Алхимические запасы пивовара. Псионический детектор. Где-то поблизости шастают гитьянки. Так, я даже знаю, где поблизости шастают гитьянки, поэтому... Ну, мы же вроде с ними свои люди. Пошли. А, ну да, это вы свои люди. О, виллы. Виллы? Забирай виллы. Так, а запасы где-то тут. А, вот, холмик. Так, деревянный сундук. Итак, трупная роза. Яд червоточицы сисабальда. Вот. Язык морозной саламандры. И письмецо. Теобальд, согласно письму, высылаю требуемые ингредиенты, включая железо пурпурных червей. С нетерпением буду ждать результатов экспериментов. Пожалуйста, пришлите мне образцы, когда все будет готово. У меня есть клиенты, которые очень заинтересовали бы ядовитые плоды наших трудов. Короче, надо все это собрать и сделать этот вот, наконец-то, соли трупной розы, токсин пурпурного червя стал доступен. Так, это зелье или эликсир? Нет, это зелье, скорее всего. Так, зелье полета скорости, чтение мыслей. Это все не то. Эликсиры героизма, злобности, магического развития, некротической устойчивости. А вот, составы для оружия, очевидно. Вот, так, яд червоточицы сабальда. Вот, его можно сделать. Создадим, и гиперборейский у нас получит вдохновение. Вдохновение. Ну что, пойдем дварфов бить? Ну, либо дварфов, либо гитянок. Вот здесь какие-то дварфы стоят справа. Дварфы, мы потом тоже их пойдем. А вот от себя слева на мостик, там, если мы пойдем, там мы будем бить гитянок. Я рекомендую побить гитянок, а потом пойдем к этим дварфам с собачками. Потому что там морг. Нам надо в морг. Ах ты ж мой. Сейчас, подожди. Мы спрячемся. Пойдем лупасить, спрятавшись. Да. Time to press ahead. Я зараза, отскочи. Кто это там такой? В смысле? А там внизу кто-то еще дерется. Храбрая бродитха какая-то. Ну, это мы деремся. Вы деретесь? Yeah. Кто так дерется? Кто тут строит? Я там, наверное, ставлю вырло. Критический паралич. Ну, уже бейте вашим параличом. А там что-то... Делаете. Так, критический паралич. Так, ну и что, давайте, там у них арбалеты есть, зараза. Пускай тратят
я принесу что-то там, какой-то... Ходит Эвеля. Ну вот. Так, тетенька. А, не, блин. Промах. Ауч. Что ж ты его подставил, своего пацана-то так? Ну, это работа у него такая. Да, Вилли бой. Шмяк. Эта тетка тоже очень серьезная. Вот это вот вчера и грозное обличье у нее там вообще все. Посмотри. Так, она на направляющий луч как среагирует, интересно? Ну как среагирует? Направляющий луч — это направляющий луч. 55%. Подсветочка. Промазала, блин. Приказами пользуетесь, у нее там приказ бросить оружие, там еще что-то. У тебя тоже такая же есть в игре. Эдика дело щитвера. Так, что у меня тут есть-то? Злопамятность. Да, цель, это у тебя есть. Каждый ход получает 4-7 некротического урона. Броски против нее получают преимущество. Хочу ей злопамятность дать. 3 метра. Но я подойти смогу. Ну, давай. Ядовитое страдание. Ну, надо же. Что это такое, ядовитое страдание? Сейчас посмотрим. Погруженное во тьму существо каждый ход получает 4-7 некротического урона. Броски атаки получают преимущество. Да, и стрелять в нее хорошо. Некротический. Кто сейчас был? Кто это был? Что сделал? А ты что ли? Так, да. Сейчас пойдем твою чарай лупить. Присягаемость. Breathe deep and move. Так, Уилли. Так, сейчас пацанчик Уилл, то сейчас погибнет. Кинется, не должен. Не должен. А чё ты его одного-то оставила? Критический удар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Моя гитьянская задница болит. Руинского удара. Видишь, они против... Да, против него тут... Ну да, тот со спины бьют, конечно. Не промажет. А слушай, так ты этого не добил? Этот налетчица лежит в это самое, в отключке просто-напросто. Ну пусть полежит пока, что ж делать-то. Ну да. Ну что, молоток? Один? Так, значит, теперь, значит, стрелять начинаем. Давай стреляй, или я отлуплю ее, и вы стреляете. Промазала, блин, дурында. Зачем? Yeah.
Она уже все? А нет. Боже ж, боже ж ты мой, вчера, как ее там. А, как ее бедную. Распластали. А нет, а слушай, налетчица сдохла. Чё? А или там чуть-чуть. А, один у нее осталось. Ну да, она просто лежит в отключке, поэтому. Так. Она промазала, промазала. Будет мстить. Да, промазала. Так, Улли. Пей. И бей. Что, не знает кого, что ли? Да, я вот думаю, кого бы... Кого, надо кого уже... Ну да, кого уже начал. Грязь, Вилли могут любить. Я еще это смотри, еще и лечится. А ты, на, так повезло этим Вилли, блин, что два раза промахнулись. Ну да. Так, молоток, давайте, добивай эту Чираи. И пойдем помогать бедному Вилли. Промазал. Да, блин. Лучше бы я вот эту добил, у которой единица. А зачем? Она может валяться там, она нам нужна. Она уже... Так, у нее что, и порча, и кровотечение, под угроза она, господи. А. Что-то какие-то у меня удары слабенькие. Отлично, отлично. Лошадь. Так, а вот еще такое... Покров темноты. Ну, она ничего не сделает, у меня нечего. А я могу убежище для этого Вилли сделать. Было бы неплохо. Вражина. Два раза промахнулся. Блин, да почему оббегать-то надо? Конечно, делать. Так, Уилли. На нем убежище, да? Да. Так, ну надо добивать хотя бы. Не добил. О-о-о, побежала вас бить. Он получать пришел, я думаю. Ну так эти гитьянки. Это была гитьянки. Его ошибка. Ну да, это была он тебя прямо ошибка. Под нос. Че это недостаточно ресурсов-то, блин. У кого? Молотка? Ну, он вообще никуда так далеко не летает. Ты можешь просто его... Да, оставь ты его. Да,
Так, пацанчик. Ну ты там своего пацанчика бьешь, да? Убила ты этого, да? Нет еще? Нет, это она только упала. Вернее, это он. Сейчас. Все. О, мой уровень получили. Ура! Ну и все, там твой остался. Плати его. Да что ж ты мажешь-то, блин? Так, сейчас я тебе, блин. Там осталось что-нибудь, все, ничего. Псионический детектор предупреждал. Так, что она говорит? У нас есть детектор, который предупреждает о появлении гитьянок. Псионический детектор предупреждал нас о нападении гитьянок. Похоже, ВОЗ не обманул нас. Да, нас ВОЗ нам надавал. Так, двуручный меч гитьянки отправляется сразу в товары. Это... тоже в товары. Это чашка с маслом. Ой, что там? Не знаю. Проснулась вот эта дура. Налетчик Зурия. Офигеть, а как она так проснулась? Ты ее пощекотал? Не знаю. И сколько у нее? Странно. О, только я хотел. Нет, а я же из нее украл эти шмотки-то, по-моему. Так вот она и очнулась. Грабить. Может, она притворилась мертвой? Ну, шмотки я вроде как с нее собирал. Да, видишь, она пустая. Так, что-то у меня что, перевес, что ли? Ну да. Так, надо сейчас распределить. Так, значит, арбалет гитьянки 5.14. Кому? Продавать. Так, в товары. Так, значит, неполные латы продавать. Да, что-то ты можешь мне отдать. Сейчас отдам. Подожди, масло себе оставлю. Арбалет гитьянки. Добавить в товары. Так, неполные. Так, на Сибили дам. А у тебя тоже перевес, блин. Ну. Если я тебе их отдам, у тебя будет перевес. Так. Да, добавить, ой, мне мало что можно. Так. О, выло можно давать. Выло можно давать, все что угодно. Он королевские приказы. Не-не-не. Так, длинный меч гитьянки добавить в товары. Угу. Так, вот это я отдам. Так, вот если я добавляю в товары, я потом же могу отдать. Да, можешь отдать, оно все равно потом продастся как товары. Так, добавить в товары, например, да, вот это вот. И дать Уиллу. Вот это вот, значит, добавить в товары и дать Уиллу. Так, что там еще чего-то надо? Так, а что ты у меня вроде не сказал, да, чтобы у меня до хера всего было? Сейчас, а почему такой перевес? Так, вот это вот еще отдать Уиллу. Так, вот вроде сейчас не будет перевеса. Набрал. Так, нет, там все эти гитьянские эти самые фигня, это она очень тяжелая. А, наручи ты взял с телекинезом. Наручи что-то там. Магическая рука. Вы можете творить заклинание магическая рука в качестве бонусного действия. Испытание сила плюс один. Телекинез. Школа проливали. Кому нужно? Очень редкий. Ты можешь, в принципе, себе одеть их. Да, у меня сейчас все одето.
У тебя интерфейсные разъемы. Я смотрю, что это за стрелка-то. А что он делает? Действие класса. Сила плюс один. Ну-ка, это тоже сила плюс один. Ну, дело не в силе, дело в этом именно интерфейсном разъеме. А интерфейсный разъем ты можешь сделать вид, что ты машина. Я еще ни разу им не пользовался, этим разъемом, блин. Ну, значит, одевай телекинез. Будешь пользоваться телекинезом. Он веселее, можно кого-нибудь взять и бросить. Так, неважно. Вот. Так, сейчас, подожди, добавить в товары. Добавить в товары. Добавить в товары. Так, что такое? Бутылки, вода, огонь алхимика, святая вода, флакон, схема лунных башен. Наверное, в товары добавлять не стоит. Бывающая луна, книга учета. О токсинах змеиного яда. Что-то. Вроде я же все книжки читаю. Да, всякие эти токсины и так далее можешь тоже. А убывающая луна, книга учета. Убывающая луна, все уже мы сделали. Так, добавить в товары. Так, что еще у меня тут есть? Да ничего и нет. Вот эти вот гитьянские, значит, доспехи. А, еще у меня это я вот прочитал. Возвращайся немедленно, добавлю в товары. И у меня еще королевские приказы надо прочитать. Угу, так, где-то так и прочитать, как гиперборейский. Тогда делайте то, что вам приказано. Остановите воришек. Верните то, что принадлежит мне, иначе наказание ваше будет жестоким. По приказу вашей королевы. А, так это Волокит, очевидно. А, это гитьянская королева. Так, а куда я их сидеваю, вот эти вот? По-моему, я их в лагерь отправляю, да? Королевские приказы эти. А, на потому этих самых, да-да-да-да. На кружочках, да. На этих. Этой самой, либо лейзельки, все ей складывать, это их гитьянская, а потом уже разобраться. Так, там, где она? Дать лейзельки. Угу. Ушло. Так, а вот это что такое? Стрела... Лопата, тудым-сюдым, денежки, тролливали. Так, ща, подожди, это что такое? Сумка алхимика, брелок. Так, сумка с припасами. Открыть. Так, ути-пути-ути-тю. Так, вот это значит отправить в лагерь. Сейчас я всю сумку отправлю в лагерь. Чего-то нельзя выделить как-то и все сразу и отправить. Ну. Смысл-то вот в том, что оно здесь, в этой сумке. Оно каким-то образом потом... Мы же вот эти все припасы применяем только когда в лагере. Смысл в этом. Ну, еду. Ну, а тут все и всякие разные... Ну, я не знаю. То есть, ну, просто, что когда ты бегаешь, тебе удобнее, чтобы оно все складывалось в мешок. Тогда поставили бы так, чтобы можно с этого мешка сразу все в лагерь отправлять. Потому что в других-то случаях оно все равно не используется. Ты же нигде больше не можешь спать там, вот это все, где припасы. Ну, как бы да. Ну, по идее, ты можешь и не заходя в лагерь что-нибудь сожрать. Там выпить, например, чтобы получить опьянение. Там вот есть, например, всякие шмотки, которые дают тебе бонус, когда ты пьяный. Кстати, алкоголь ты не продавай. Я видела, что ты там бутылки поставил в этот в товары. Это тоже считается еда. Всякие эти. Ну, короче, пойло всякое. Так, что мы возьмем? Конус холода. Огненный столб. Пролить чудовище, изгнание. Огненный шар. Ну себе. Подожди, выберите известное вам заклинание списка. Для применения заклинания требуются ячейки. А разве ж у меня это не выбрано? Разве ж у меня приказ у Уилла не выбран? Дверь пространства неплохое. Ему надо больше
Я уровень повышаю своим, ты бы тоже потом себе увидел. Я-то повышу сейчас. Сейчас я приду к вам поближе вот сюда, чтобы видеть вас. Да. Заодно я откроете вдохновлять ваши белые панталоны на повышение уровня. Они не белые, они в крапинку. Опять запачкало все. Забрызгало. Возьму-ка я, пожалуй, увядание. Мне так нравится увядание. Возьми увядание. Уровень 9 уровень. Ура. Я уже и забыл, что тут повышать как надо. Так, заклинание клятвы, что ли? Особенности класса. Заклинание клятвы. А у меня ничего не добавляется тут. Я что-то не вижу, чтобы что-то добавилось. Не пойму. Ничего не понимаю. Это оно уже у меня есть. Оживление мертвецов. Проклятие. Или их надо добавить как-то и выбрать из них. Приборецкий, я понятия не имею. Я же не вижу, что ты делаешь. Ну вы же там у себя-то видите, что вы делаете. У меня все по-другому. У каждого персонажа все по-другому. Ну, понятное дело, что по-другому. А что тут, добавлять что-то надо или как? Или что? Я же уже не помню. Ты сейчас что делаешь? Новый уровень, паладин. Так. Вот с галочкой стоит слева. Потом подготовить. Галочка стоит 12 из 12. Потом вот этот квадратик, где указано здоровье 60, увеличено до 67. Потом чуть ниже. Особенности класса. Угу. Просто такая пимпочка, открытая ячейка заклинаний третьего круга. То есть я беру, значит, и потом чуть ниже заклинания все мои. Угу. И они третьего круга все. Ты должен выбрать, очевидно, одно из этих заклинаний или сколько там, которое ты хочешь. Ну вот, не знаю, у меня просто заклинаний. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И чуть ниже заклинание клятвы. Две штуки. То есть я могу только одно из этих взять. Ну, очевидно, да. Вот смотрите, значит, у меня есть аура жизненной силы. Так. Восстановление жизненной силы в качестве бонуса в действии, чтобы излечить себя или находящего поблизости союзника. Дальше. Урон оружием. Плюс 3 лучистый. Так, дальше. Плащ крестоносца. Вы получаете божественную силу, тра-ля-ля. Дальше. Дневной свет. Школа эвокации, третий круг. Заколдовать предмет, чтобы он воссиял как солнце, чтобы призвать сферу солнечного света, рассеивающуюся вокруг себя тьму. До долгого отдыха. Так, дальше. Стихийное оружие. Школа превращения. Наделить оружие силы одной из стихий. Оно получает бонус плюс 1 к броскам атаки и наносит дополнительно там урона. Так, дальше. Снятие проклятия. Школа преграждения, третий круг. Коснуться существа или объекта, чтобы снять все действующие на него проклятия. Это есть у Shadowheart такое заклинание. Так, дальше. Крестик тоже есть у Shadowheart с этим самым. Возрождение. Оживить спутника. Он возвращается к жизни с одним очком здоровья. Так это у всех есть, это по-моему. У всех есть, да, поэтому. Третий уровень. И вот это вот эти просто заклинания. А потом есть два заклинания клятвы. Mm-hmm. Проклятие. Прикоснувшись, наложить на существо проклятие. Проклятие либо накладывает помеху на проверки и испытания, или на атаки, либо позволяет нанести дополнительный урон цели, либо лишает ее действий. Вот это... И оживление мертвецов. Школа некромантии. Третий круг. Создать неживого слугу из трупа. Цель должен быть труп среднего или маленького роста. Всегда наготове. Ой, так, такое себе. Это, во-первых, надо, чтобы у тебя под рукой был какой-то труп, чтобы его оживить, чтобы его направить. Ну, короче, что мне, проклятие брать, что ли? Смотри, что самое такое сильное.
А что, вот есть оружие просто, допустим, там, стихийное оружие. Наделить оружие силой одной из стихий. Оно получает бонус плюс один к броскам атаки. И наносит дополнительно урона по вашему выбору. Дневной свет. Плащ крестоносца. Вы получаете божественную силу. Слепящая кара. Урон оружием. Может, слепящую кару взять? О, слепящая кара. Хорошая вещь. Да-да-да-да-да. Так, ну, значит, я тогда ее беру. А как я ее должен взять? Ну, там галочка поставится или как-то. А она не ставится. Такое впечатление, что они уже и так у меня все есть. Просто мне добавили с третьего уровня вся эта херня и все. Я ничего не могу сделать. А, ну так я ж откуда знаю. Галочка никакая не ставится. Ясно. Оно что, типа уже все у меня поставилось само? Ну, наверное, просто они тебе показали, какие есть, а менять ты можешь даже не при смене уровня, а всегда ты можешь это менять. То есть я просто нажимаю «принять» и нахер. Да, да, да. Просто «подготовить» 12 из 12 вот стоит у меня галка там. А, ну все тогда. А здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чего 9, а 12 где? Почему 12? Короче, нихера вас делай, нет в этом вашем. Делай себе уровень. Блин. Вот, теперь, когда ты зайдешь, ты увидишь у себя книжечку заклинания. Куда я зайду? Короче, заходи в свой инвентарь, и там наверху у тебя вкладки снаряжения, потом заклинания. Вот нажми заклинание. Вот заклинание. Вот. И если у тебя там есть свободное окошко, добавь туда то, что ты хочешь. Ничего нет, у меня никаких окошек. Нету свободных. И мало того, у меня третьего уровня тут ничего нету. Вот, допустим, вот он этот, клемящая кара, волшебное оружие, хоть что-нибудь похожее на этот, тоже волшебное оружие. Куда добавить, хер его знает. Я же лучистый же урон где-то должен быть. А чё я нигде его не вижу? Он у тебя должен быть просто, когда ты нажимаешь на свое оружие, ты смотришь, что добавляется тебе. Огонь, лучистый урон и так далее. Так, божественная кара. Его здесь нет. Жгучая кара. Ну, либо обманут. Когда ты бьешь, помнишь, и тебе это самое добавить у тебя, вот у Shadowheart есть ядовитая там кара. У тебя, наверное, тоже будет, когда удар у тебя получается, появится там, добавится там лучистый или еще какой-то. Так, а что у меня тогда у Shadowheart нету? Я сделала уже Shadowheart, пока ты там с собой возился. А, вон а как вы поступаете со мной. Вот да, как. Потому что я своих подняла и твою тоже. А да. Там все очень просто у Shadowheart было. Тем более у нее... Да не надо пить ничего, мы спать с вами идем. А я зелье маленькое выпил. Ну, ясно. У нас, нам надо сделать привал, потому что у нас закончилось все. И мы давно уже не спали. Поэтому давай-ка в лагерь. Наверное. Вот. И никто ничего от нас тут не хочет. Никто ничего. Спать. Так, щит веры. О, концентрация нарушена. Ваша Shadowheart. А еще там концентрация нарушена. Ну, обманули, никаких она... не дали колдовство никакое не получили. Че это от вас от всех обпердываете, что ли? Да так наелись чеснока.
Ой, так, Лизелька что-то хочет от нас. Пошли. Собачка что-то хочет от нас. Собачка хочет. Мы все так, как предполагали, мои соплеменники обратили оружие против нас. Они будут выскальзывать из сумрака и спускаться с небес. Но мы дадим им то, что они заслужили. Смерть. Ух ты какая. С собачкой пойду поговорю. Иди поговори с собачкой. Собачка, наверное, что-то притащил. Так, пес виляет хвостом, и в пасти даже маленькая сумка. Что ты мне? Ну-ка, давай сюда. Ну-ка, давай сюда. Какое-нибудь дерьмо, наверное, будет там. Чего? Сразу дерьмо. Деньги! Он кладет перед собой свою находку, агат. Погладить пса. Тюти-пути, вшей-то нет у тебя, нет? Собак не бывает вшей, у них бывают блохи. Какая разница? Большая. Так, вон, Карла явно вычесывает то ли вшей, то ли блох, то ли то и другое. Получен предмет агат. Так, надо пойти на распродажу сходить, пока суть до дела. Все равно еще не успеваем. Хорошо, давай, давай выйдем. Ну, просто мы можем, ну, если не успеваем, то мы можем еще пойти... Нет, как раз мы на распродажу успеваем. Распродажа раз, далеко. Да. А у нас тут за поворотом эти самые же... Были там эти дварфы и так далее. Не, ну дварфы, это ж с них опять надо будет. Сейчас опять перегруз будет. Да? А мы же из лагеря сразу не можем куда-нибудь попасть в другое место? Или надо обязательно сначала нет, туда? Нет, мы здесь должны быть. Потом? Ну, не знаю. Давай дварфов побьем, что ли, тогда уж, ладно. Ну, у нас 10, сколько? Ну, фиг с ним. Даже не 10, а 7 минут. Тогда давайте фиг с ним, в следующей серии будем бить и дварфов. Но все равно вылезайте из лагеря-то. Я уже вылезла, что вы там топчете. Тут, ну, решаю вопрос, не знаю, вы же ничего не предупредили. Тут, смотри, сказать, можно дойти, тут есть граница, а там видно вот сюда, вот по мосту. Там можно огромный... вот взять, нажать на круг древних и выстроить на это самое. Можно и не нажимая на круг на древних. На распродажу, раз и все. Я тебе говорю, показать зрителям красивую картинку, он со своей распродажей. Распродажу мы и за кадром можем сделать. Куда там надо идти-то, что-то вас не поймешь. Вот, путь просто по мосту пройдите. Ну, вперед. Видишь, какой там лагерь? Это лагерь абсолютно... Я его уже показывал 10 раз, там что-то я слышал, что там что-то бухает, блин. Я туда смотрел, а вот он бухает, тут стоит какой-то этот, как пишешь его, разлом. Разлом, подлом, тут целая шайка этих, каких-то здоровых этих гоблинов, блин. Бесчисленные далекие силуэты не оставляют сомнений. Впереди ждет настоящая армия. Там огромное количество солдат. Это тупик, дальше не пройти. Да, повернем назад. Нам не справиться с целой армией. Все, что ли? Вот это вот и надо было показать. Да, смотри, если мы пойдем на распродажу, нам потом сюда же бежать очень далеко. А что, мы не можем? Тут же вот круг перемещалкинский есть. А, ну... Ой-ой-ой, господи. Так, боже. Ладно, ладно, давай тогда... Да, нам эти... Господи, а... Таверна, последний свет. Таверна, последний свет. Просто ж подбежать надо, ну, к этой вон, подушке. Ну, вон, да, тетка, квартирмейстер и это. Да. Что у меня подлагивать начинает? Не знаю. Продать все товары. Ремесленник, золотой шедевр, гербарейский, вдохновение 30 рублей. А подожди, а почему это? Ты что-то продал, что ли, невось? Что я там? Что я продал? А почему ты получил золотой шедевр? Откуда я знаю? А что ты там продал? Ты что-то продал явно. Ну тут же видно, что я продал. Оно же отмечается. Да? Ну, таким. Не знаю.
Да она внизу пока у нее будет? Или как? Где она будет? Ты можешь нажать на значочек «Выкупить обратно» и посмотришь, что ты ей продал. Значит, я ей продал гнилую морковь, гнилой гриб, гнилой помидор, ну, тухлые яйца, арбалет гитьянки два раза, вилы, кинжал какой-то. Какой кинжал? Ну, простой кинжал просто и все. Окей. Не кинжал, в смысле, а копье. Копье 400, ну, такое, ничего оно не просто, ну, без рамочки. Ясно, ясно. Кожаный доспех. Неполные гитьянские латы. Возвращайся немедленно. Длинный меч гитьянки. Еще одни латы. Убывающая луна книга. И о токсинах змеиного яда. Это я продал. А что там у тебя было в товарах? Я ж не знаю. Может, ты там что запихала? Это вот тут показано мое. Может быть, из-за того, что книгу эту продали. Фиг его знает. Ну ладно. Короче... Получили и получили. Странно просто это. Фиг с ним. Все? Так, а подожди, сейчас. Сейчас я еще хочу посмотреть, сколько у меня с инвентарем. 83. Ну. Варежки я не продавал свои. А, почему-то у меня не продалось сопроводительное письмо. Ну, потому что оно в рамочке и квестовое. Так, удалить из товаров. Есть такое? Ничего, ну, ни в рамочке, ни в какой. А, это я тебе только что потому что дала. Блин. Так, добавляю в товары. Ну, оно, ладно, много не весит, пусть будет. Опять к ней, чтобы не ходить. Ну, и нахрен, за одно письмо. А, ты уже ушел? Ага. Ну, все тогда. Вот, так, где вы есть-то? Да, вот же, да. В следующей серии тогда пойдем бить дварфов. Да? Конечно, пойдем, да. А на сегодня, многоуважаемые зрители, а также их родители, это все. Да. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания и... И пока-пока-пока.